Большереченский зоопарк готовится к большому празднику. В эти выходные здесь отметят юбилей. 30 лет в зоопарке устроят большой праздник для взрослых и детей. В качестве подарка вход детям до 12 лет бесплатный. В программе праздника у нас пройдут различные конкурсы, игры, зоовикторины, концерт перед центральным входом в зоопарк. Как раз изюминкой станет это то, что мы покажем наших тигряток. Всем-всем-всем. Вольер мы выведем наших тигряток, и где-то часа два или три даже их можно будет посмотреть всем посетителям. Большереченский сегодня единственный в России сельский зоопарк. Его площадь более 9 гектаров. Основан он был в 1984 году. Правда, тогда это был всего лишь школьный зооуголок с несколькими животными. Сегодня на территории зоопарка больше 200 видов и свыше 2000 экземпляров животных со всего земного шара. Из них около 50 видов занесены в Красной книге Международного союза охраны природы и Российской Федерации.